За поздравление. За эти полтора года я проделал очень большую работу, оттачивал все свои те моменты, которых я, можно сказать, в прошлом бою не доработал. В этом бою я полностью защищался от его борьбы, он ничего не смог мне навязать. Да, чуть немножко стойки подзатянул, но я считаю, что я полностью забрал бой во всех аспектах. Ну, в тяжелом весе сил особенно не надо набирать. Мы не гоняем вес, мы можем драться очень часто, если нет травм. Я уже об этом не раз говорил, я готов выходить. Я очень благодарен лиге RCC за то, что предоставили мне возможность провести 5 боев в этом году. Я надеюсь, что в следующем году они предоставят по меньшей мере столько же боев. Я буду радовать своих болельщиков. Я думаю, я показываю зрелищные бои. Султан неплохой боец, борется. Я люблю, скажем так, когда соперник начинает наносить удары свои, встречать его, контратаковать. К сожалению, Султан сам выждал меня. Поэтому так получилось, что мы чуть в стойке, скажем так, играли в гляделки с ним. Но я считаю, что я был поточнее, чем Султан. И это видно, можно по его лицу посмотреть, на мое лицо взглянуть. То есть на нем намного больше урона, чем на моем. Ну, была попытка, я просто с этой позиции не отрабатывал этот болевой. Такая сумбур получился небольшой. Я вроде заломал, попытался, но не пошло, я особо не рассчитывал на этот прием. В моем углу был наш тренерский состав команды «Сечпро», Егор Пушкин, Влад Кузнецов, Дмитрий Алферов. Очень хорошие тренера, молодые, очень быстро развиваются. Всех по нашим парням видно, какую они работу проделывают, их работа, наш результат, скажем так. У нас очень много ребят хорошо выступает, очень много боев мы в этом году провели. Ну, в ИСЕ на самом деле не хочу переходить, я хотел бы, чтобы следующая лига, в которой я буду выступать, какая-нибудь была зарубежная, американская, в лучшем случае. Так что я думаю, еще несколько боев я пройду в России и там уже куда-нибудь подпишусь.